Вот так выглядит современная поликлиника на колесах. Новоспасской районной больнице приобретен передвижной ФАП, который выезжает в самые отдаленные села района, чтобы оказать необходимую первую медицинскую помощь. В рамках нацпроекта здравоохранения модернизируются медицинские учреждения нашей области. В мобильном комплексе есть врачебный кабинет, который при необходимости легко трансформируется в смотровой либо диагностический. Здесь есть даже коридор для ожидания и санитарная комната. Медицинский комплекс на колесах оснащен автономным электропитанием и отоплением, поэтому зимой в нем не будет холодно и некомфортно. Передвижной ФАП отправляется в населенные пункты по графику, а дате прибытия в конкретную точку сельчане узнают из информационных объявлений или интернета, а также путем обхода граждан районного фельдшера и, наконец, самым надежным и проверенным способом на селе – сарафанным радио. Этот передвижной ФАП оснащен всем оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи. Мы в основном используем для проведения диспансеризации. В общем, вся аппаратура для оказания медицинской помощи имеется. Забор крови производим, снимаем ЭКГ, в общем, в рамках диспансеризации. За передвижной поликлиникой даже закреплена сестра-хозяйка, которая следит за санитарным состоянием и сохранностью оборудования. Уже состоялись первые выезды в села. Стоит заметить, что пока не в каждом районе нашей области есть подобный медмобиль. Поэтому Новоспасский передвижной ФАП обслуживает население из соседних муниципалитетов. На каждый отдельный населенный пункт выделяется один день для оказания медпомощи. А вот так вот выглядит уже передвижной флюорограф, который также выезжает в отдаленные районы, но уже не на один день, чтобы сделать необходимые снимки всему населенному пункту. В жестких условиях пандемии особенно важно проверять легочную систему. Необходимо один раз в год делать флюорографию легких. Так часто бывает, что люди многие годы не заботятся о своем здоровье, а это чревато запущенными формами скрытых заболеваний. Передвижные комплексы ФАПа и рентгенограммы рассчитаны на доступность для каждого гражданина нашей области. В приоритете – здоровье и долголетие нации. Антон Никонов и Герман Баранов, Улправда ТВ из Новоспасского района.